Shalom uvracha, ani ba alechem yachad im Sasha, ani Eitan, ze Sasha. Доброе утро, благословений. Это Эйтан, это Александр. Айом анахну роцим ледабер ал хаг Суккот. Мы хотим сегодня поговорить о празднике Шалашей. Дибарну квар ал йом Труа, Рош ха-Шана, вегам йом ха-Кипур. Мы уже говорили о трубном дне, о дне искупления. Велакахну это зман ликанес ле машмаут шел ха-Хагим. И мы взяли какое-то время для того, чтобы углубиться в смысл праздника. Гам кафи Тора, Невиим, Вебрита Хадаша. И согласно пророкам, Торе и Новому Завету. Ани мекавеше камону атем маргишим машу миухад ала хагим. Я надеюсь, что вы так же, как и мы, относитесь, у вас особенное отношение к праздникам. Эцам ани мешухна, что Элоин натан лану эта хагим, кедей летет лану ошер. Я убежден, что Бог дал нам праздники, чтобы обогатить нас. Чтобы мы могли лучше понять Его планы. Саша, филу одло дибарну ала машмаут невуит шела хагима эли. Саша, мы еще даже не упоминали о пророческих смыслах этих праздников. Например, упомянуть о связи между Новым годом и приходом Мессии. Например, написано, что он прибудет, будет с трубным звуком. אז גם כפי מסורת יהודית וגם כפי הברית החדשה היהודית, השופר מסמל את החזרה של המשיח. Итак, и согласно мессианским толкованиям, и согласно с традиционным еврейским толкованием, шофар демонстрирует и провозглашает приход царя. אפשר להבין את החג של יום כיפור. Можно понять праздник Дня Искупления. מבחינת התמונה שאנחנו רואים בספר זכריה. С того направления, что нам открывает пророк Захария. שבזכריה י"ב, מפסוק 10. זכריה 12:10. כתוב, ושפכת על בית דוד ועל יושב ירושלים. И залью на дом Давида и на Иерусалим дух молитвы. והביטו עליו את אשר דקרו וספדו עליו מספד על היחיד ההמר עליו וכהמר על הבכור. В тексте и посмотрят на меня, которого пронзили, и будут объявят траур как о единородном. Эле шемефаршим, рабаним, кадмоним, эм маскимим, что зе митехес ла машиах. Первые толкователи были согласны, что это место относится к Мессии. Вешу йофия кеу шенатан эт отцмо ке корбан. И он будет фигурировать как тот, который принес себя в жертву. ואז אני מביא אותנו לחג סוכות. И это приводит нас к празднику Шалашей. אני אוהב את כל החגים. Мне нравятся все праздники. אבל לסוכות יש מקום מיוחד בליבי. Но в празднике Шалашей есть особенное место в моем сердце. לפני הרבה שנים, לפני שעלינו ארצה. Много лет назад, до того, как мы репатриировались. התחלנו כמשפחה לחגוג את החגים. Мы начали с семьей праздновать праздники. וגילינו את החג של סוכות. И открыли праздник Шалашей. שיש לנו מצווה לגור בסוכות. Есть заповедь жить в Шалаше. אז התחלנו לבנות את הסוכה הראשונה שלנו. И начали строить наш первый шалаш. שזה היה דבר פשוט. Это было очень такое невзрачное. קצת כזה לא כל כך נוח. Немножко неудобно. עם עץ כבד. С такими тяжелыми бревнами. אפילו לא ראינו תמונה מיהודים נורמליים, אם אפשר לומר. Мы даже не видели фотографии от нормальных евреев. אבל זה היה מיוחד לנו כמשפחה. Но для нас это было что-то особенное, как семье. הילדים שלנו שהם עכשיו כבר בגילאים 40.
Нашим детям, которых сейчас уже в районе 40, им понравилось. Мы кушали снаружи. И были на массу удовольствия. И мы начали что-то понимать о празднике Шалашей. Это дает нам представление о том, как жили наши далекие предки. Бог говорит, я хочу, чтобы вы знали, что, как жили евреи после того, как они вышли из Египта. Вы не обязаны нам верить на слово. Это написано в книге Левит, 23 главе, с 42 стиха. Басукот тешву шиват ямим, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות חושבתי את בני ישראל, הוציאי אותם מארץ מצרים, סליחה, אני אדוני אלוהיכם. שים בני שביתי בשלשך. פוסט סקרני ז'יטלי סטרני ישראלי ותדני ז'יבות שלשך. Чтобы все ваши поколения знали, что в шалашах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из Египта. Я Господь Бог ваш. Сегодня мы хотим вам передать несколько смыслов шалашей. И это первое. Связь с историей Израиля. Они любят это, потому что это также подчеркивает тлут шали шалану в Элохим. Мне это также нравится, потому что это напоминает о нашей зависимости от Бога. Сейчас большинство из нас живет в бетонных, каменных домах. Есть хашмал, есть инсталляция. Есть электропроводка, водоснабжение. Есть гаг. Есть крыша. Я очень надеюсь, что через свою крышу я не могу увидеть звезд. Если да, то есть проблемы с дождем. Но в этот праздник я выхожу наружу. Из этого более-менее постоянного дома. И я вспоминаю, как это было для израильтян, когда они бродили по пустыне 40 лет. И это заводит мою веру. Я говорю, Боже, прости меня, что я не очень часто думаю о тебе, когда я живу в своей квартире. Но когда я в нее... Нет кондиционера. Нет обогрева. Нет электричества. Есть гаг пашут. Есть простая крыша. Шел эхомим схах. Которая так называется. Замаскили, что они талуи бахаба мехоз. Это напоминает мне, что я завишу от тебя на 100%. А דבר השני, во-вторых, זה אנחנו יכולים לראות, נניח בפסוק 39. В 39 стихе. 40. Наверное, 40. אותו פרק. אך, ב-15 יום לחודש השביעי, באספתכם את תפואת הארץ, תחגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. В 15-й день 7-го месяца, когда вы соберете урожай, справляйте праздник Господень. Он должен длиться 7 дней.
Пусть первый день будет для вас днем покоя, и восьмой день днем покоя. В первый день возьмите плоды лучших цитрусовых деревьев, пальмовые листья, ветки деревьев с густой листвой и речных ив, и веселитесь перед Господом вашим Богом семь дней. Йофи, аз баарец анахну роим это кацир харишон ва кацира ахарон. И в нашей земле мы видим раннюю жатву и позднюю жатву. Увеэцем басов акаиц еша Еще кацир гадол. И в конце лета есть большая жатва. А филу акшав шанахну бе она хазот, анахну руим мисавив хаарец. И сейчас, когда мы находимся в этом сезоне, мы видим вокруг земли. Шепри хасаде йотер ве йотер бушал ве мухан ликцо. Что полевые плоды больше и больше созревают, готовы к собранию. Этмол насати им ишти ле Бершева, ле Дором ве... Хазану ле Цафон. Вчера я с женой ездил в Бершеву, что это очень далеко на юге, и вернулся на север. Садот, Саша, раину садот леваним. И видели поля белые. Бирюк маши Иешуа амар. Ну, точности, как Иешуа сказал. Тистеклу, посмотрите. Ала садот эм квал леваним. На поля они белые. Маза кацир лаван. Ну что такое белое поле? Зе ло машу шани яхол леяхол. Это не то, что я могу кушать. Зот кутна. Это был хлопок. Авал садот лаваним. Но поля были белые. Аз анахну хогагим бесукот это кацир. Поэтому мы празднуем в праздник шалашей жатву. Мауд анахну хогагим. Что еще мы празднуем? Карану ше Элохим амар ху цива лану лисмоах. Итак, Бог нам заповедал радоваться. Ани ло яде алехем, авал ани ло тамид самеах. Я не знаю, как вы, но я не всегда радуюсь. Шув лекахат шива ямим. Поэтому очень важно взять семь дней. Вешани яде ше Элохим амар, Эйтан, ани роце шата тисмах. И важно вспомнить, что Бог сказал, Эйтан, ты должен радоваться. Увим юхад ахре хагим харецинім шел Рош ха-Шана ве Йом Кипур. В особенности после очень серьезных праздников Дня Трубного Звука и Дня Искупления. Ки итарказну ал хатаэйну. Потому что мы обращали внимание на наши грехи. Ве зло ахелек ахи самеах бахая. Это не самая веселая вещь в моей жизни. Ламот шани моот самеах ше Элохим солеах ли. Хотя я очень рад, что Бог меня простил. Аз беседор, аз бану насов... Ахазарат бачува в виду им. Ну и ладно, пришли мы после вот этих всех исповеданий. Кибалти. Признаний. Слихат хатаяй в капара. Я получил прощение грехов и покрытие их. За килу ше Элохим омер. И теперь как будто Бог говорит. Йофи, аварну эдзе, аситем маше рацити. Здорово, мы это прошли, вы сделали то, что я хотел. Ахшав, бавалай. Теперь придите ко мне. Хаванах гог бияха. Давайте праздновать вместе. Тохлу бесука шелха. Кушайте в своем шалаше. Аз ма нахну осим? Так что мы делаем? Нахну месамхим, нахну шо йошвим бесука. Мы радуемся, сидим в шалаше. Нахну мазминим эт Саша ве ишто ве ялдим лаво ве лехол итану ве лиштот. Брцнут, мадай. Мы приглашаем Сашу со своей женой в нашу суку, чтобы они вместе поели. Я его спросил, когда. Везе... משמח אותנו. И это радует меня. מה עוד? Так, что еще? יש גם משמעות באמת עמוקה. Есть смысл, в самом деле, глубокий. שמתייחס לכל כל האומים, כל המדינות בעולם. Который относится ко всем странам в этом мире. כי זה כאילו החג הגדול. Это как будто... Ну, великий праздник. Шезе гам медбер ал кацир шел Элохим, шел кол ам. Который говорит о жатве Бога для всего народа. Анахну йодим ше Элохим охев эт кол аолам. Вы знаете, что Бог любит весь мир, верно? Бецем лифней шанахну никам из Захария, Саша, бо никам из Ишайау. Прежде чем мы прочитаем из Захарии, давайте прочитаем из Исаии. Ки Ишайау амар шезе ло маспик ше Элохим йошия эт Исраэл. Потому что... זה 49 פסוק 6. Исаия 49:6. Господь говорит: сверх того, что ты раб мой, что ты возродишь племена Иакова.
ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גויים, אור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. Приведешь назад остаток Израиля, я также сделаю тебя светом для всех народов, чтобы спасение, ниспосланное мною, края земли достигло. Вот в чем дело. Бог любит весь мир. И в конце истории он хочет собрать всех людей к себе. Афилу катув бесов Захария, шезея бейерушалайм. И в конце книги пророка Захария это написано, что это будет в Иерусалиме. Но мы обязаны завершить с мессианским смыслом. Потому что Иешуа сам по себе праздновал праздник Суккот. Может, вы это читали в Иоанна 7 главе? С 37 стиха. Биом Ахарон. ביום הגדול של החג עמד ישוע והכריז מי שצמא נא יבוא נא עליי וישתה המאמין בי כדבר הכתוב נהרות של מים חיים יזרמו מקרבו זאת אמר על הרוח. В последний, самый великий день праздника, Иешуа встал и громким голосом воскликнул: «Тот, кто жаждет, пусть приходит ко мне. И кто верит в меня, пусть пьет. Ведь в Писании сказано, из сердца его потекут реки живой воды». Иешуа сказал так о духе, которого получат те, кто поверит в него. Я очень надеюсь, что мы ободрили вас праздновать эти праздники. Да, уфда, иша, нахну холим лакахат эт кол хаену, кдей... И факт в том, что мы можем взять всю на свою жизнь, чтобы найти и выискивать смыслы этих праздников. И с Божьей помощью мы вам попробовали дать начало. Ну, или немножко помощи. Я хочу помолиться за вас. Адонай, шата тиварех эт кол анашим, шемакшивим лану. Боже, благослови всех людей, которые нас слушают. Благослови их очень благословленным годом. Чтобы каждый мог познать тебя очень личным и интимным образом. И отображать твою любовь людям, которые находятся вокруг. Через Иешуа. Туда оба вешалом. Большое спасибо. До свидания. Шалом, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас из нашей студии Оазис Медиа, Израиль, Хайфа. Мы благодарим вас за поддержку и просим продолжать быть вместе с нами. Мы очень нуждаемся в помощи, в той огромной работе, которую мы проводим. Ваши молитвы, ваши пожертвования – разумеется, идеи или просто вопросы, которые бы вы хотели, чтобы были освещены из нашей студии. Мы рады служить вместе с вами для тела Машиаха. Благословений.